Однажды людям царь сказал: «Всех приглашаю в гости, но вы должны с собою взять и золото подносы». Одни вздохнули: «Вот оно, вот скрытые мотивы. Да царь нажиться захотел, нас обобрать решил он». Другие страхом облеклись и, выполнив веленье, с собою в замок понесли и золото творенье. Но были люди, что царя любили, сердцем чтили. Подносы сделали они по совести большие. Идут три группы, все несут подносы отовсюду, те как монетки, те как лоток, а те большие блюда. Вот во дворец зашли к царю и видят, что за чудо. Столы расставлены везде, со всех сторон повсюду. А на столах, о, милый друг, и жемчуг, и сапфиры, и слитки золота, янтарь, алмаз, аквамарины. Царь говорит: «Мои друзья, имею все в избытке, решил одаривать вас я. Берите камни, слитки, кладите все вы на подносы, с какими заявились. Теперь представьте, что там было, что в душах тех творилось, кто сэкономить захотел, боясь потратить лишнее. Пришел ни с чем, ушел ни с чем. Вот ведь решение вышнее. Коль Бог потребует от вас хоть чем-то поделиться, не для себя берет, для вас, чтобы вам обогатиться». Аминь.